Ну вот, к сожалению, получил маленькое повреждение. Еще это повреждение получил в матче с Сербией. И вот как-то наложилось одно на другое, то, что немного воспаления пошло, и так пришлось приехать в сборную раньше намеченного срока. Но ничего, чуть подлечимся и уже буду готов к играм. Сейчас смотрел матч, наверное, «Спартак», как тебе? Интересный матч, много незабитых моментов. Ну, я думаю, справедливая все-таки ничья. Что скажешь, вот в Венгрии сейчас будем домашний матч играть, в гостях, как тебе матч соперник показался? Ну, вот как это он делится на первый и второй тайм, да, как-то сначала доминировали, там все, что запланировали перед матчем, все получалось. Но во втором тайме как-то последние 30 минут то ли сил не хватило, то ли соперник как-то поймал такую эйфорию, и все получалось. Ну, вот немного такое смазанное впечатление. Но соперник крепкий, достойный, и, ну, надеюсь, дома сыграем еще лучше, чем в гостях. Ты уже знаешь, что на трибуны пустят болельщиков 30%? Да, это очень хорошее событие. Все друзья уже просят билеты. Ну, это большое событие, и все этому очень рады. А каково вот вообще это играть без зрителей? Ну вот до пандемии, да, ну как бы когда еще не знали вообще, как играть при пустых трибунах, сейчас ты понимаешь, для чего вообще ты играешь для болельщиков, вот это, для этой атмосферы, для этого, ну, куража. Там иногда болельщики больше создают там куража команде, чем команда сама там, ну, несет, как так сказать, на крыльях. Ну, без болельщиков, честно говоря, неприятно, тем более за сборную. У сборной у нас же всегда большая поддержка, всегда трибуны гонят вперед. Последние матчи, ну, последние игры, вообще после чемпионата мира как-то болельщики так на эту тему очень сплотились и поддерживают команду. Так что без болельщиков играется тяжело. Вот для футболиста, ну, для тебя есть разница? Вот были товарищеские матчи, контрольные, как называют, сейчас Лига наций, то есть, по сути, заменила Лига наций того контрольного матча. Больше мотивации стало? Наверное, да, все-таки есть какая-то группа и есть задача, когда там стоит задача занять первое место. Но я хочу сказать, что в сборной всегда большая ответственность, неважно, товарищеский матч, там Лига наций, там отборочные Евро, всегда большая ответственность, и никто не, там, не знаю, ну как не то, что неделю, но все равно на подсознании оно есть. Ты разделяешь все-таки товарищеские матчи и Лигу наций. Сегодня тренировались вдвоем, были в твоей уже истории такие тренировки? Нет, не, ну как иногда там индивидуальные тренировки все равно проводятся, но с тобой приезжает там один тренер, а сегодня еще такая делегация стояла, как-то не особо привычно даже. Ну, такой опыт тоже опыт.